Женька, привет. Какие картины мы на выставке? Слушай, это вот так все прорисовать прям. Да? Жень. Каждая деталь, смотри. Вот такую картину годами пишут художники. Здесь, наверное, метра полтора на полтора где-то. Я там прямоугольная. Метра полтора на два. Выбор пастуха. Вот это? Татарские деревья. Это? Да. Там шторка. Пошли. Я думала, это не шторка, а облако такое рисунчатое. Думаю, надо же придумать. Детство? А, игрушек больно не было тогда. Дети прыгали, конь бежал. Как это называется? Как? Наташа. Наташа? А что-то они все такие темные. А, 1977 года. То, что они давнишние краски потом темнеют. Не, ну все темное, одежда тоже темная. А там как? Будешь читать? Называется. Портрет флюры. Флюры? Чисто прям уставшая сидит такая. Подушечки там. Чей-то этюдник. А там какой лес. Тогда, наверное, краски были другие. Весна. Более темные. А зимы. Кто Дима? А зимы. Название человека. 74-й год. 67-й даже вот это. Вот это позеленее, да? А вон там красивые девочки в мячик играют. Большая такая картина. Потом какие облака странные. А, лед, подожди, это лед, что ли? Нет, облака. Это лед, наверное, вдалеке. Что-то облака будем странные. На что-то похожее. Деревья такие. Странные. Как та картина, помнишь, домик, а из нее что-то вылезло. Помню. Непонятное. А, да, да. Здесь давай. Ба, телевизор у меня рябит. Ну, такие, я думала, цветочки. Вот тут цветочки, весна. Платьях девочки. Стол. Здесь, по-моему, даже, кстати, вроде фотосессию устраивали. Что такое, по-моему, находила. Мало посмотрел, Жень, туда, в ту сторону-то. Просто чтение. Просто чтение. Пришел и почитал сюда. Все. Да?
быть умник. Ну, есть. Молодая ведьма? А, светлая. Картинка красивая, цветочки. Люблю цветочки. Такая, прямо такая она одушевляющая. О, Жень, тебя потеряла. Куда пропал-то? Чего ты там всяких девушек фоткаешь? Засранец такой. Тут что, Маш, мама и малыш? Они подписаны. Мальчик обнимает маму. Такая картина с интерьером. Сирень, цветы. Красиво очень. Девочки такие, какой год? А, год не написан, в джинсах девочка. Платья какие красивые. Раньше были. Здесь уже более такая простая. Такую картину в советский интерьер. Хорошо впишется. Светлые стены, цветочек. Классная картина, мне понравилась тут. Ай-яй-яй, Жень, Жень. Ай-яй-яй.